Добрый день всех с прошедшими праздниками, с осенью золотой. Что-то она сегодня радует в этом году. С вами Артур Цыбиков, шаман-патриот, канал. И сегодня 7 октября 2021 года, 9 утра я подъехал. Иркутск, у вас центр дилерский на замену масла. Снимаю этот ролик по поводу того, что 30 сентября я владею ровно год машиной. Покупал ее в Москве в автосалоне Торгмаш. На сегодняшний день я проехал 50 700 километров за год. Проехал всю нашу великую большую страну Россию. От границ Беларуси до Владивостока. От Финляндии, Карелии до Крыма, Астрахани. Побывал в очень разных местах и городах. Везде, где я был, меня машина радует. И ни разу она меня не подводила. С учетом того, что я даже езжу на ней на охоту. И все замечательно. Есть, конечно, нюансы. Некоторые вещи вылазят. Вот. Сейчас уже 50 тысяч километров прошел. Буквально неделю назад появился какой-то свист. Но я думаю, наверное, это ремень. Натяжитель надо сделать. Или какой-нибудь подшипник загудел. Появился какой-то стук об защиту. Не знаю, что случилось. Вот. По поводу работы навигации. Тоже интересно. На лежачих полицейских при ударе почему-то навигация, а вернее аудиосистема, видеосистема сама по себе переключается. С радио может переключиться на навигацию, с навигации может переключиться на флешку просмотра видеофильмов, ну или на браузер, где можно, то есть выйти в интернет. То есть вот такие бывают сбои. Решил поменять тормоза, колодки передние. Ну и у нас протерлись, как говорится, растворились или порвались, непонятно, резинки на дверях, где проходит кабель канала. Вернее, кабель канала резиновые. Хотим тоже поменять. И почему-то перестал работать посередине, сзади ремень безопасности. Он так затянулся, что его невозможно пристегнуть и ним пользоваться. Тут сегодня такие небольшие недочеты. После 2 недель эксплуатации год назад машины у меня лопнул коленвал, но поменяли по гарантии, и с тех пор как бы никаких проблем нет. Ну а так в целом машина мне нравится, все хорошо, замечательно, она большая, просторная. Ездим на охоту, отдыхаем, сделал там багажник, спальное место, и спокойно можно вдвоем, втроем спать. Ну, я спал с семьей, с женой, с двумя детьми маленькими, так что все хорошо. Вот, летом ездил я в Владивосток, мы не останавливались в гостиницах, мы ночевали, спали в машине, на кемпингах. Я вам скажу, даже это очень интересно, очень хорошо. Свежий воздух, тепло, и все замечательно. Поэтому те, кто собирается купить у вас Патриот, как говорится, глаза боятся, руки делают, не бойтесь. Машина хорошая, у вас вовремя реагирует. Ну и, соответственно, сейчас появляется очень много компаний, которые занимаются сопутствующими автозапчастями. И буквально, ну вот максимально я заказывал в Москве запчасти. Ну, максимум 10-12 дней по почте. Все приходит без проблем. Вот такие дела. Всех поздравляю с золотой осенью. Все замечательно. Все работает. Все меня устраивает. Печки работают. Кондиционеры работают. Климат-контроль работает. Ну, вот сейчас навигацию видим, пришли обновления. Сегодня я вот приехал у вас в дилер.
У вас сервис, они сегодня электрики посмотрят, и я думаю, что навигацию прогрузят, дополнительные программы какие-то, и все наладят и исправят. В принципе, проблем с этим нет. Всем пока, удачи. У вас Патриот. Очень хорошая машина, мне нравится. Высокая, большая, вместительная, просторная. Рекомендую. Так, натянулся ремень и невозможно его использовать.